Google Pixel 6a мною приобретен в марте 2023 года. На данный момент владею смартфоном чуть больше года. Что заметил, что понял для себя, какие выводы сделал? Смартфон компромиссов подойдет далеко не каждому. Начну с главных минусов. Дико греется. В игры играть нереально на нем, фризит. Для игроманов совершенно не подойдет. Раз, можно сразу исключить. Один из минусов — маленький экран 6.1. Это именно для игроманов минус, но для других обывателей, я думаю, больше плюс, чем минус. 6.1 диагональ, но лежит очень комфортно в руке. Писать, читать, юзать в течение дня, перед сном, в любое время. Одно удовольствие. Тактильно ощущаешь просто его шикарно. Одно удовольствие. Читать, писать на нем, пользоваться в движении, на ходу. Прелесть. Маленькая прелесть, которая круглосуточно радует. Слабая зарядка 18 ватт. Время зарядки 2 часа 20 минут. Автономность очень низкая, несмотря на свою батарейку. Точно не помню, но, по-моему, 4320 мач. Автономность очень низкая. При активном использовании до 14.00. При условии, что адаптивная зарядка, телефон зарядил к 8 утра вам. В среднем 6-8 часов. Не самого активного далеко экрана. Это основные и главные минусы, которые, возможно, и перекроют плюсы телефона. Но плюс — красивые, яркие, красочные фотографии, детализация снимков шикарная. Как глаз видит, так и телефон снимает. Видео вы сами видите, снимаю в 4К режиме, 60 кадров в секунду. Все устраивает, эргономика телефона. Сам Android, важные параметры. Своевременное обновление телефона. Android прилетает одним из первых. Баги часто убирают. В принципе, последнее время телефон начал работать на час, может, на полтора. Больше по визуальным моим ощущениям. За счет последнего обновления на базе 14-го Android. В принципе, этот телефон никого не оставит равнодушным в любом случае. И есть у него один главный такой приятный плюс, который радует повсеместно и ежедневно. Снимки. Красивые, шикарные снимки. Вроде камера даже древнегреческая. Устанавливалась на 3, 4, 5, 6 пиксель. Ну, 6А, точнее, если быть верным. Но, как ни странно, телефон прекрасный. Прекрасно снимает и достойные видео делает. Если вы не играете в игры, друзья, то покупки рекомендую. Если вы пенсионер, либо любитель пощелкаться, либо дама губастая, которая хочет немного денег сэкономить, берите, покупайте, пользуйтесь, радуйтесь жизни. Спасибо, друзья.